Друзья, всем привет! Сегодня у нас в мастерской микроволновка Samsung, моделька MS23F31. Значит, у этой микроволновки отказала панель управления. Значит, ни одна кнопка не работает, кроме кнопки стоп. Давайте сейчас ее разберем и посмотрим, в чем проблема. Так, друзья, значит, вот наша плата, до которой надо добраться. Значит, здесь у нас винт один сверху и все, один винтик. И эта панелька вытаскивается. И потом снять одну плату, вот эту верхнюю, и снять нижнюю плату. Она уже с микропереключателями, с тактовыми кнопками. Так, ну давайте приступим. Так, шлейф. Этот шлейф мы пока не трогаем. Здесь у нас разъем один. И на релюшке разъем второй. Сейчас тут надо взять отвертку. А тут, в принципе, легко снимается. Бывают такие разъемы, там, где очень тяжело снять. И вот этот широкий разъем. Питание, разъем. Все. Теперь откручиваем винт. Вот этот вот в торце. Вверху. Так. Есть. Теперь приподнимаем эту всю конструкцию вверх и выводим. Все. Сняли, только я забыл открутить заземление вот это. Сейчас открутим. Винтик назад. Все, друзья, панелька снята. Вот она. Давайте сейчас на другой стол и будем ее разбирать. Давайте, друзья, теперь добираться до вот этой платы, до второй. Отключаем шлейф. Так, смотрю, чтобы он был в нормальном состоянии. Да, тут проблем я не вижу. Так, здесь у нас один винтик, саморезик. Так. И две защелки. Ну. Так, все, эту плату убираем. Она чистенькая. Без жизнедеятельности животных. А теперь откручиваем вот эту плату. Так, все, друзья, вытаскиваем эту часть. Ну, давай. Вот. И мы видим тут вот такую картину, да. Я уже начинаю вспоминать, как-то я ремонтировал вот аналогичную микроволновку с аналогичной ситуацией. Так, это у нас энкодер. Убираем эту крутилку. Снимаем эту защитку. И вот у нас какие кнопочки, видите? Значит, что тут нужно будет сделать? А сделать нужно будет следующее. Значит, поднять каждую кнопочку. Мембранку каждую приподнять. И почистить, и установить на место. Я помню в прошлый раз, когда делал такую микроволновку, значит, я их все поднял, а потом назад они не приклеиваются. То есть уже все. И я скотчем заклеивал, прямо такой кусок скотча ляп сверху. И все, и вообще идеально было. Прозрачный обычный скотч. Ладно, давайте сейчас одну поднимем кнопочку, посмотрим, в каком она состоянии. Так, ну что, друзья, давайте приступим к полировке кнопок. Так, сейчас я спиртиком
промываю. А теперь попробуем сначала без ничего полировать, просто войлоком. А ну, поехали. Так, давайте попробуем прозвонить после полировки. Так, ну, проблем не вижу. Теперь вот эту площадочку, мембранку вернее, ее будет довольно-таки сложно полировать. Как это сделать, даже пока не знаю. Ее надо как-то закрепить и к чему-то придавить. Сейчас попробую использовать вот эти вот щипцы медицинские. Так, ну что, включаю бурмашинку и пробуем. Так, сразу надо посмотреть, какую она сторону крутится, в правую. Так, ну что, полиранули. Теперь нужно ее приклеить сюда. Вот так, раз. Так, это дофигища. Сейчас я ее чуть-чуть срежу. Хотя бы вот так. Вот так вот. Все. Так, давайте теперь кнопочка стоп. Короче, все сейчас берем и вскрываем и полируем все. Так, чистим спиртиком сначала. Так, вторая готова. Дальше. Сейчас я, наверное, буду просто протирать спиртом и все. А вот тут, да, вот тут, смотрите, тут гадости сколько. Или скотч потек, я не знаю, что здесь случилось. Так, а ну-ка. И приклеиваем. Ить. Вот так. Есть. Так, ну что, друзья, плата с кнопками перепакована. Значит, кнопочки почистил, мембранки почистил. Можно устанавливать и проверять. Все, друзья, микроволновка готова к первому включению. Значит, давайте сейчас я установлю чашечку с водой, чтобы порожняка не гонять. Так, устанавливаем чашку, ставим вернее. Так, подаем напряжение. Так, индикация засветилась. Так, сброс. Теперь... Так, стоп. Есть. Старт. Есть. Магнетрон заработал 5,5 амперов на приборе. Стоп.
Так, а теперь посмотрим, как эти кнопки работают. Значит, первая кнопка нижняя справа. Это защита от детей, это блокировка клавиатуры на удержание. Все заблокировалось, и на удержание опять сейчас разблокируется. Так, левая кнопка нижняя, устранение неприятного запаха. Смотрим, что он делает. Запустился. Просто, наверное, вентилятором гоняет, и больше ничего. Так, стоп. Дальше. СВЧ, это мощность, скорее всего. Да, 800, 600, 450, 300, 800. Так, выход. Так, быстрое размораживание. Кнопка срабатывает. Так. И верхние 4 кнопки. Это меню приготовления. Так, а если вот так... Ну да, здесь 2. Типа рецепты. Это традиционные рецепты, тоже 2. Здесь. Много каких-то цифр непонятных. Ну, это какая-то программа, по которой микроволновка это работает. То есть выставляем, например, там 9-ю программу, она по ней работает. Все, ребята, микроволновка в принципе работает. Давайте сейчас еще раз ее включим и дождемся 30 секунд, чтобы она сама выключилась. А, кстати, еще хотел вот что сделать. Предположим, мы берем крутилку эту. Как нам... как нам выставить? Предположим, вот так. Непонятно. А ну, стоп. А если старт? А, нет. А как тогда крутилка работает? Так. Быстрое размораживание. А ну, быстрое размораживание. А, да, работает крутилка. Вот сейчас выставляется, я так понимаю, время. Или это граммы. Черт его знает. Это надо инструкцию листать. Я не хочу этим заниматься. Все, крутилка работает и уже хорошо. Стоп, выход. Все, ребята, в принципе, микроволновка работает. Сейчас делаем старт и дожидаемся 30 секунд, чтобы она автоматически выключилась. Старт. Магнетрон заработал. 5,5 ампера на приборе у меня. Ждем. Все, микроволновка выключилась, смотрим. Все подогрелось. Вода горячая. Ну что, друзья, микроволновка готова. Кому понравилось видео, палец вверх, подписываемся на канал. Всем пока, до новых встреч.